Пиво – это первая выставка соцсочинских выставок. Именно с этого форума 24 года назад началась история этой компании. Тогда количество участников не насчитывало и двух десятков. Сегодня это 17 стран и 200 участников. По значимости форум сравним с лучшими зарубежными. В России же это практически единственное специализированное пивное выставочное мероприятие. Проходит оно при содействии научно-исследовательского института пивоваренной промышленности и Союза российских пивоваров. Помимо коммерческого интереса, демонстрации продукции и инновационных технологий, это мероприятие – площадка для обсуждения развития и совершенствования рынка качественной алкогольной продукции. Буквально сейчас идет обсуждение об ограничении использования PET-бутылки при производстве пива, установлении системы ЕГАИС в пивной индустрии, лицензирование пивных напитков. Я полагаю, что мы должны все эти вопросы сегодня обсудить, причем деловая программа выставки она действительно насыщена, есть круглые столы, есть семинары, есть конференции, на которых все вопросы связаны как с профессиональным развитием, так и с законодательным регулированием, мы сможем с вами обсудить. Международный форум пива 2015 – это не только многочисленные сорта пива, оборудование, сырье, тара и упаковка. Пройдет в выставочном центре гостиницы «Жемчужина» и международный дегустационный конкурс, который имеет международный статус и высоко ценится профессионалами. Выставка действительно очень серьезная, деловая, активная. Самое главное, что эта площадка стала профессиональной. Выставка будет в этом году всего 3 дня. Я надеюсь, что все успеют посетить ее. Особенно, я думаю, это интересно будет профессионалам ресторанного бизнеса, тот, кто сегодня открывает мини-пивоварни. В рамках фестиваля «Море пива в Сочи» пройдут народные дегустации, продажа пива, ежедневное голосование посетителей выставки-ярмарки за лучший напиток и закуску в различных номинациях. Пивной форум пройдет с 18 по 20 мая в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.